Нас Жука, же нам же один остался, правильно? 2-4 не апает почти. Слушайте, нам получается сейчас, если фортанет один кусочек и все, типа мы сейчас Карнесу слепим Волонир. Ну да. Мне нужно будет еще Йогу убивать. Йогу, да. Ну понятно, понятно. Слушай, ну Йогу убивать, что проблема? На следующем КД 100%. Да, а слушай, что, на этом тоже. А что, ну, ребят, шкаф поставили, фикси суманули, ну... А где шкаф? Происходит? Ну? Пришли, стоим возле трэша, ну, что это такое? Ну, смотрим на него, пока взглядом убиваем. Там, кстати, справа обход есть. Где? Ой, нет, слушай, куда давай не будем затыкаться, убьем. Тут, слушай, тут два моба, ей-богу. Ну, давай. О, ну, я дал на пол. Все, топ ДПСеры, заезжайте. Я проложил вам путь, шелковый. Что это такое? Крутой, крутой какой. Данс у нас, блин, три хила все прохиливают. Будем ачивку на кошатнице сделать? Нет. Будем... Будем просто... 10 сделаем. Автопец сделаем. Так, а где у нас кто-то? Кто на пункте? Бегу, бегу, подождите. Просто, я так понимаю, что ты спекнулся, да? Да. Ну подожди, я еще не готов. Ну все, нитроускоритель прожал, молодец. Фикси, уже дал в тебя на пол. Дайте в него, Инер, кто-нибудь. Да, блядь, я подойду потом. Все, давайте. Ну ладно. Осуждаю такие пулы. Знаешь, там ставил собак, не смог перезвать. А, у меня КД, они обе. Ах, ты не вру, одна не КД должна была быть. Которая в стойлах. Да ёбаный в рот. Можно, кстати, проверить. Сколько... А чё он так быстро бежит, слушай? Так, Владимир. Да, давай. Все, играть по телу дальше. Это лучше, чем быстро, если честно. Так, этот, если что, танки тут экспериментируют. Так чтобы не этот. Если он умрет, то он не виноват. В руку играть. Соло танчил, это закашку уже, кстати. Надо еще проверить. 204. Дон в соло танчил Валькирии в ДД-шмоте. Это да, это тоже было. В Коляна играйте дальше. Ноль брони. Угу. Ну, он особо тебя не бьет. Он с тебя может это, вот, скинуть таки, если не будет попадать. У меня так получилось как раз их скинуть. Но он даже в ноль брони, типа, его особо не сносит. На руку убивайте. Он потом больше не юзает, что ли? Для 400. Он не юзает, он может не попасть в тебя. Это атака. Да, обновил. Угу. Правда, странный урон нанес. Вы так опасно РДД зона стоите, прям все в одной куче. В руку доигрываете. По руке добивайте сразу там 300 тысяч. Руку, да? Да. Сразу отвалится. Не видишь, можно соло. А чё у нас конкретно босс упал? Подскользнулся. Слушай, это тринь, походу, не падает вообще, типа. Динами Мирона?
Да, 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 Мирон, конечно же. Ну, я уже трэш. Ладно, там фикси сагрил, он мол. А кто плейлист подбирал? Я скинул. А чё... Музыка для микс-файта снова. Да нет, типа нормальный, как раз таки этот был такой, типа, спокойный. Джаз, просто джаз. Это называется да, музыка для микс-файта. Просто вся музыка для микс-файта. Спокойно. На таких микс-файтах ты спишь, что ли? Слушай, ты не слышал, для микс-файта там, короче, этот, Evanescence игра, типа... И такие, Линкен Парк. Типа, ну не, Линкен Парк нормально еще. А, да? Нет, ты про ту песню-то, ну да, да. Да-да-да, типа My Immortal, типа это такой, знаешь, там слезу не пускаешь. Как кавер Хабиба, да? Там типа да, ты вместо того, чтобы пиздиться, ты сосаться только начнешь с оппонентом. Типа, ну, только так, типа. И то, типа, под грустную ноту. Ибо, я не знаю, как туда забраться можно. Вот, под борьбу, кстати, возможно. Наручи тоже, если никому не надо, я бы на сову взял. Нет, получается, лежишь в портере, ножками мотыляешь из стороны в сторону. Там, кстати, кинжальчик выпал, если что. Да ну и лучше. Блядь, это сложный босс. Мне лень с ним. Сложно, сложного только что убили, блядь. Промобушка. Калагарн? Да, сейчас хуйня, да. Да, Калагарн вообще непроходимый для пугарейдов, это прям ужас. Мой Ванглис вообще на характере. Вот я ГП только на Калагарне лутал. Пока. Я два раза полутал из-за того, что прыгнул к Калагарну. Понимаю. Упал, да? Ну, блядь, что-то напали как-то не видно там, где заканчивается этот аппендикс. Я пошел к нему в гости. Из тех людей, которые подходят даже, типа, если фрейм у босса широкий, типа, вплотную. Да-да-да, типа, мало ли, не достану. Ну, да, знаем о таких. Еще подходит. Те, кто любит принципиально бить в спину. О, понимаю. Ой, дрыщ, ой, молодец, взял, поставил этот унитаз. А поставьте рыбу, пожалуйста. Блядь, тринка с РБК, конечно, хорошая, но стакать ее перед боем заебывает. Тут почка так. А что там по тактике? Должен знать. Не стоять в огне, ты ничего. Ну, там, смотри. Зорки спрашивают. Ну, слушай, короче, бьешь красное, хилишь зеленое. Не, всё. Я не спрашивал, я объяснял. Говорю, в огне не стоять, и всё. Огонь дает 100 ГП, можете в огне стоять. Мог сказать, огонь стакает ГП, так было бы правдивее. О, вот это неплохо. Три стак, 100 ГП, да? Ну да. Так, давайте хилу. У нас с одной стороны Корнес идеальный, это будет слева, если мы смотрим на кнопку. Все остальные справа стоят. В одну линию встаньте, только не разбредайтесь назад. Первая, третья также слева, а вторая, четвертая справа. Ну, плюс-минус поровну поделились, в стенку уперлись. Корнеш, бери третью ауру. А, Войд, встань, пожалуйста, в одну линию. Через огонь будешь бежать, будет тебе неприятно. Идеальный. Ебать, ладно, короче, понятно все. Идеально, иди в ту сторону тоже. Мощно кнопочку смотрим. Это идеально, ну, подлагивает. Лангрис, фасочку перебей, пожалуйста. Смотри, какой сет у Лангриса охуенный. Да. Так, ну это нехорошо. Вообще прям нехорошо. Ну там, ну, да, давай, идеально. Попробуй реопнись идеально. Год 2 минуты за чайком сходим. Хорошо. Чтоб не хочу поепаться тут. Ток настакал. Я туда отойду позвонить как раз. Отойду квестик сделать.
какая-то странная трень от этого СРБК. 130 СПД и 77 крита. Символом слетать. Очень приятная трень вообще. Ее можно водным щитом стакать просто. Ой, я слетаю быстренько, пока шкаф стоит. Да, есть время. А у кого еще эта трень? Это хз какая-то она, типа по статам она очень слабенькая получает. Статик СПД и статик крит. По-моему, нет. Угу. Да, ну сумма не... ее. Там супер мало крита, типа 77. Если еще СПД 130, куда не шло статик? Давай о чем? Вот этой скоробей брошь. Нормально, всегда висит, приятно. Да я понимаю, но сумма статов. А ну, кто там есть у нас со мной? У меня. Не-не-не. 88,5. Это я крит в СПДшку. Ну а чё, взял, натапался перед боем и пошел. Ну, 200 СПД статик получается. У тебя с пула до хера всего. То есть все, что в трине есть, оно у тебя есть прям с самого начала. И висит весь бой. Угу. Но она точно лучше трини с этого сыка. Сыка? Какой именно? Сласта. Я говорю про этот. Про сумму статов. Даже самая 26-я с ульты, она прям намного больше статов суммарно получается. На ДДшку она слабая. Чё там у нас, как у нас дела? Идеально, чё там с тобой? Да вообще ничего нет. Ну он релогается. Ну чё, у нас гудлик есть на замене? Будешь хилить койлами. Так он сказал, дайте мне ГП, я 30 минут ушёл пиво пить. Да это ульдор какой-то, я не знаю, что они сделали. Вот целка никогда, там, века, ничего такого не было. А здесь вот подходишь к боссу к определенному и все, и фризит. Нормально, у меня так с БГ. У меня там тоже фризит. Вообще не фиксится никак. Да нет, даже ну, через релоды. Там нагрузка, там АОЕ, что-то это. А тут вот просто в комнату заходишь вот в определенную и все. А ты можешь хилить вот снаружи? Просто мимо пробегать будешь ходкой обкидывать? Я просто в луже могу сдохнуть. Так не, если ты будешь за этим, за пределом аренды, то получается лужу не будешь лутать. Ебать, у меня 62% крита. А нахуя столько? Я хантер, мне больше надо. Бля, я на ШП радуюсь 25%. Так, ну я зашел вроде. У меня 39. Ну, у меня 20-ка. На ком? 39. На аркомаге. А хосты? 780. Получается, осуждаю. Ну, у меня перчик крит меткости. Глубок просто крит. Мороз. Во. Все готовы, давайте запускаем. Сколько внутренняя ДКД у глаза Грула? 45. Я нажму? Да, все, давай, нажмай наверх, давай. Нажал, отец. Офнули фут. 2 секунды. Побежали. Иди. Дрыщ, это математика. Нету, иди. Беги, малышка, беги! Слушай, нам не надо стопать? На сотки надо.
стопнули. Я не знаю, что стопать, ребят, вы сами, я хилю. Спокойно бейте, не тыкайте сильно кнопки. После шокового ждите 5 секунд, а потом добиваем. Все, добивайте. Только прохильте меня, было мне страшно жить. Квадрат, 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 квадрат. Сбежали в стенку, далеко в стенку, встали туда. 5 секунд. Одна, побежали. Сбоку встали. Ромбик есть. Не знаю, мне в этом трансмоге у Фикси не так. Дошли. Блять, Нейвер, нихуя, не сейчас. Отбежали. Там стоял. Вообще никого не было. Он фиксируется немножко раньше, чем этот. Да, разбежались. Геру. Фу ДПС. Просто поносишь прожимки. Вау. Я у нас их всего две. Там кто-то в квадратике стоит, он сейчас умрет походу. От бомбы убегите, от бомбы убегите. Пламя, 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 пламя. Скоро. Пламя, отошли. От ракеты отбежали. Корнес, корнес. Обстрел сейчас будет. Повернется еще раз, если будет обстрел. Берну. Подхилите немного, что я завис. Мастер круг сразу, давай. Обстрел, 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 обстрел. Умрете. Что-то зависло. Дайте масбаф. На две секунды. Да, дайте. Сейчас бьем, 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 да, бьем. Да, после. Стоим. А теперь можно. Давайте за крестик в стенку, за крестик в стенку. Гим, дайте. Ставлю тотем в ромбике. Побежим против часовой стрелки. Направо. Пламя 4. 2. Побежали. Слушай, у меня походу показывает ДБМ пламя, когда оно фокусируется. Надо проверить сейчас. Да, Рус, да. Я следующее пламя за анонж, проверим по моей этой. Ну правильно, у тебя показывают. На ком агро ближе к стенке подойдите, чтобы босс подошел. Стакнулись все. Побежали. Побежали сейчас. Рано еще, ты еще. Стой. Странно. У тебя пламя надо за еще 5 раз. Ты за 5 секунд сказал до того момента, когда его кидают. Я говорю, отошли, ближе к стенке, ближе к стенке. Дрыщ, да, СС? Пламя через 3. Побежим сейчас еще. Побежали, побежали, побежали. Да рано, типа в секунду нужно еще там полдыхания. Давай дальше пройдем. Давай, ну я стою дальше. Класс. Что плохо тушится огонь? Да, мы сильно быстро переводим. Да рано, наверное, убивать ботов, нет? Я ставлю метки просто, ничего не сказал. Все, кроме троих можно заливать. Могу не тонуть надо. Сейчас по комнате одной кучкой не бегаем, рассосались по комнате. Ледяная бомба, осторожно. Где она? Вижу. Блин, от нас. На мины смотрим. Сейчас обстрел должен быть. Пламя через 2. Обстрел. Я встану. Поднял голову поздно.
Ну вот, кто упал, обстрелы. Переводи куда-то свободное место. Да я сюда иду. Не дойдите метки, метки оставьте в покое. Шоковый. Минус смотри. Бомба рядом со звездочкой. Мы ракеты смотрим. Есть аккуратность? Есть. Да, давай. Давай, давай, давай. Просто прохилить будет проще. Шоковый. Отбежали. Мы ноги, ноги больше. А, есть мана у кого? Ноги играйте больше. Одна минута. Голову дайте ДПС. Голову всех. Я раздамажу. Отбежали. Берегитесь. Ледяная бомба где-то. Доигрывай. Ну, всё. Чё, у Исполина не было этого, что ли? Ачивки? Ещё один отсюда поедет. Тихо, мастер лут поменять сейчас. Рос, кто поменяет? Я поменял уже. Он сам собой разговаривает. Ты идеально можешь себе забирать остальные осколки. Если упадут. Собирай, иди квест бери сразу. Боец. Рос. Что-что? Да я перекидывал осколок. Давай, давай, давай. Все, все, не стоим, не облизываем лут. Идем трэш чистить. Там куча мест у нас. Есть чем заняться. Нет, сейчас. Натя лутера. Да просто лидера, дай мне все. Нет, не могу. У меня нет такой кнопки. Бля, Тонч, что ты напрягаешься? Все же убиваем. Медленно убиваем. Подожди, ему еще навара нужно топор полутать, ну. Так, это там, где этот собрание, правильно? Посмотри сам. Да-да, за собрание. Давай, я тебя сопровожу на этом, на аспекте. Спасибо. Еще спасибо, что ты время не тянул. Блин, не туда. Там у Вро куда-то умирают. Спасибо, подгончик. А, все, я тут. Куда ты тупо сделал? Ну, да и рво. О. А что это Литл за нами бежит? Литл, где босса бей? Я на квест бегу, заебал. Понял. Странители еще всех убивать надо. Зачем ты хочешь? А там КВ надо брать на хранителей. Ну, да, конечно, надо вначале взять. Захваты какие-то. Надо, кстати, в десятке пожарного сделать квест. А то у меня последний остался. Ну все, потом на панели выставлю. Ну и кто умудрился согреть там на пол? Че, Карне, скоро будешь этот? Тебе трансмог даже не надо будет делать, прям стильно будет смотреться. А как он давай... будет смотреться? Ну, волына? Ну да. Дорого будет трансмог делать, десятка. А, да, точно, трансмогать же этот. Ну да. Или легендарку. Подожди, возможно, одинка. Там два варианта. Там что, слушай, что-то. Да, или вы легендарку 10к, или легендарка 10к, не помню. По-моему, вы легендарку.
Да какая разница, все равно у него он волонирует, типа смотрится под сет хорошо. Единственное, щит бы какой-нибудь. Кстати, да, можно не трансить вот эту пушку, которая за спину. Просто волонир взять. Да я просто этот атлас лут открыл, тебя не вижу на карте, думаю, где-то. Я рядом бегу. Да я понял уже. Я тебя увидел. Ну да, тебе еще с этого щит. Его можно не вешать себе за... Ну, типа, на пояс, можно все время в руках носить. Вот именно. От такого молота разбегаться даже будет перфект Сака. А ну-ка. А кстати, прок, не написано, что он не работает на арене и БГ. Он работает. Ну, конечно, он работает. Ну да, тебе еще щит вот взять с этого. Ну оно ж не сильно помогает. В принципе. Да и прок такое. Да. Начинается уже типа недовольство волониром. Нет, да при чем тут? Я буду с ПВП пушкой ходить в ПВП. Ай, блин, а как тут пройти? Да вот так и идешь, пошли. Потому да что пошли! ПВП бесполезен. Я все покажу. Карлос, ты с волониром можешь идти где хочешь вообще. Типа можешь врываться в хату админа, смотри, у меня волонир есть. Сейчас. Он тебе ничего не скажет. Корнес покидает гильдию, блядь, с волониром. И уходит в Обливион или в Легион. Скайксон уходит в Обливион. Он уходит в Tomorrow Sunday, вот этот, блядь. Да не-не-не, будет пизже, если он типа выберет все-таки остаться на Альянсе и пойдет за Легион. Но Корнес там будет типа просто богом. Они тебе будут реально донатить. Они не поймут, что это такое, ты о чем? Ну, кстати, да. Дон, ты где? А, вот вижу. О, баф дал. А кто у нас там? Войт Фури. Ну, он отпрашивался в био. Я тыкаю. Стойте. Я тыкаю Войда. Все, у тебя нормально. ДБМ пул? Жесточки. Это не я. Да что вы делаете? Ну как-то вы так пулите, ребят. Пулит не танк, так что я честно. Не знаю, это какой-то сумасшедший парень. Сумасшедший техник. Диктатор? Да. Ах ты глянь какой. Я настакаю вам. Дон, ты очень плохо стоишь, кстати. Не так плотно к костру. Кстати, очень мало стаков на боссе. Почему? Я стакаю 14 уже. Ну вот именно очень мало. Ну я же 11 стакаю просто. Что у меня 9к ДПС? Что такое? А, ну понятно, я же без баф. Они умирают. Это хрипат разогнался. Нормально, тоже на милике нихуя он надамажил. Бля, и рост там по трусам дал. Я не понял, тут ДЦ повысили или что? Я просто не понимаю. Так они так хилают в два раза больше хорипалов. Что лангрис всегда так хилили? Не, просто лангрис кнопки нажимают, ты там АФК стоишь, завара играешь постоянно. Не, ну тут просто я это смотрю на воду и вообще нечего хилить. Просто хипати по фулу стоит постоянно, поэтому и ХПС нету. Ну, вообще, на всем новом контенте, где, типа, много АОЕ урона, ДЦ, типа, на первом месте, причем забирает овер дохуя этого. Угу. Я говорю, пока я докастую этот полилайт, уже все прохилятся давно. Фикси, давай вот теперь соберем. Только верни трейда сразу.
тогда быстрее убивайте, кошатница сейчас сразу пойдет. Да ладно, слушай. Это мне-то ладно, я не умру. Да она зальется вместе с трэшем, я... Вот именно. Не, ну кстати, если все в Т4 зайдут уже в Ульдуара, она типа может реально за Геру упасть, мне кажется. Так что, будем кошатницу сейчас бить? Да гол убьем сразу. Крысу будем бить, да. Вот здесь и будем стоять. Самое обидное, что, блядь, Волонира еще очень долго фармит. А сколько у этого, у идеального осколков? Ноль. Два. Мысли. Ой-ой-ой. Сколько? Два. Два. Ну это еще почти, пара, ну, это пара, почти пара, ноль. Пара. Просто Волонира актуально и долго, как бы, надо. Дайте поставить, я напомню, туда сдал, придурок. Массакру, давай сейчас. Босс, не умирай. Куда она бегает? Это и все-таки сдох. Чашу пошла подкинуть его. Ну, как обычно. Обычная тактика для него. Ты же его персональный холи паладин, что ты его роняешь? Да его шотнуло только что одним ударом. Здравствуйте, я Корнерс, ваш персональный менеджер паладин. Хотите оформить кредит на ХП? Верни где-нибудь пора, а не нормально уже. Берегитесь. Что ты говоришь? Ничего. На баче сыграли. Дайте ему стан, чего он прыгает такой паралично. Сейчас кто умрет? Бля, там хрипатый психанул. А, ну это АОЕшка, понятно. Слушай, у нас не рейд, а какой-то типа паб. Берегитесь. Музыка такая играет. Не рейдить, а отдыхать хочется. Да когда что, пришел сюда рейдить, а не отдыхать? Слушай, мне приходится максимально напрягаться, потому что, типа, я в зоне риска. В зоне риска чего? А, донт. Да-да-да, типа, донт, видишь, мне навешивает, типа, сложных операций, на которых я могу полутать ГП. Хотя все равно ЕП много, плевать. ГП отмоется. Отмоется, но, типа, на этом КДш у нас, ну, дальше рейс на этой же неделе будет. Ну и что? А я на этой неделе что-то хочу полутать, а вдруг донт со мной будет? Ай-яй-яй. Так ты все равно полутаешь. Я, наверное, ДКшкой пойду. Понятно. Прям уж реально во второй рейд пойти, что ты там. Ну там типа нереально, у меня 8 оков, 2 ДК на токен передо мной. Какой первый рейд, камон? 9. Даже 9, тем более, наверное. Ну кто 9-й? Ну, мы не знаем. 9. Я считал 9 человек. Так, а ты же уже взял один кусок. Ну да, да. Я говорю, что мне второй, типа, очень сложно утонуть будет. Не так, а второй... Типа, ближайший КД. Так, а второй не, не второго народа. Нет, нет. Автоматом. Нет, нету. Вроде бы же такая шла речь, типа, один кусок Т4 ты лутаешь за ГП, а второй кусок Т4 ты получаешь бесплатно без ГП. Ты не лутаешь, нет, так не работает уже. Ну, если кто с каражана, типа, выбыл одну только шмотку, он сразу кусок получается. Да, потому что, ну, многим нужно разные шмотки с каражана просто менять, у тебя есть 2-4 оттуда. Она тебе не нужна, кроме как
потому что у тебя другого не было выбора просто. Поэтому по одной шмотке отдаем. Что, брать в контроль одного? Так убейте этот трэш. Берите одного в контроль и идите чистить этот. Кофе можно пока налить, пока метки ставятся? Все, я взял. Трэш на трэш. А череп возьмите в контроль или взяли? Что-то? Я взял уже, взял. Все, вопрос снят. Да вот сейчас с этого йога убьем и перед двумя нижними перекурим. Слышишь, Дон, квадрат вообще хуёво стоит. Чего? Я не знаю. А расписание рейдов более-менее стабильное стало? Пирекс. Кури за компом и стряхивай пепел на клавиатуру. Как делают это все. Угу. Я вейп курю за компом. Я в одной руке вейп, а второй сигареты, блядь. Кайфово. Лицом играю, да. А кальян в какой руке? С кальян мне это хуем держу. Ты скилловый. А айкос? Не, это хуйню, это кошачьи саки не употребляю. Ну окей, давай. Ой, мы в два танка, ой, как профессионально развели, пацаны. Шо за Warcraft? Они еще забанили его и корни на луке. А ты что думал, тут как бы все профессионалы? Топ бензальянс получается. Шоу Сузы 40к ДПС как-то. Неправда, 14. Ну что-то 20 показывают. У меня сейчас 30 у него. 30. У меня 14. Забанить можем, разбанить нет. А это ну зачем, типа, дать немножко пожить эту сетку, посмотреть, как в него летят стрелы. Дон, что-то мелизона так хуёво стоит у тебя, я не понимаю, почему. Дивисируса забанить можем. Она типа не в треугольнике каком-то. Ну точнее, он почему-то повернут влево. Он должен, они должны быть параллельные, плюс-минус. Ой-ой-ой, прохильте, что вы тут делаете, ребята? Да ну ты что, не слышал, хилы здесь не напрягаются, хп не падает. Да косты нужно забивать и отверните от рейда, чего они? Так они были отвернуты. Отверни от рейда, господи. Так они отвернуты от рейда все. Так он сейчас думал просто по всей мелизоне, но это мелизона хреново стояла. Что за профессиональный Warcraft? Ой-ой-ой. Войда проснимите. Ну, плюс-минус. Давай квадрат поклону. Борда, у меня мана закончилась. Да, он где сюда? На Сирусе черная магия нормально пропала? Стоит ли вообще стоит? Да, он квадрат поклону. А, блядь, ребята, ну. Точно есть 12. Ну, у нас вот этот паладин сумасшедший, который на двух персонажах играет в ПК-ше, да? Он навалил. Понятно. Хотя подожди, он завара дамажит сейчас? Нет. Вот а видишь, мало дамажит. Ну я же говорю, это вот по-любому. Ногой просто там, просто да, пятка еле дотягивается, там по клавише одной нажимает, а сам там кофе пьет одной рукой, а третьей рукой не знаю там. Еще что-то делает. Он тогда он должен быть шаманом. Да говорю, да типа, ну серьезно, типа, он может играть на конте и параллельно просто, короче, на другой монитор выводить, типа, отдельно управлять собакой. Типа, никаких проблем, типа. И постреляет, и задирает лапку одновременно. Ну конечно, конечно. Выстрел таунт, все как бы это. Нет, называется убил и обоссал. Мы в рейде сейчас 1:15, по идее. Чуть дальше. С пула. Один, половину слишком начали. Да. Нет, Алгалона 60 минут осталось, значит, мы ушли как минимум. До Алгалона сколько мы шли? Минут 40? Хочу сказать, 61 минута висит, блять, уже минут 15. Час 15 это с пула разрушителя. Вот так точнее.
Ну, мы где-то в половину стрелы. Я уже выпил вторую флажку с ПДшную. А, это я по флажке смотрю, у меня аж двухчасовая. 46 минут по флажке. Да, у меня тоже. Не, ну мы стоим там 2 с копеечкой закрываем, получается. Если не вайпаться, то уже 2 часа будем закрывать. Вы там уже раздвинешь или метки, нет? Вроде стоят. Дон трандут. Дон трандуде. Угля, что, ФК что пошел? Скорее всего пишет. Я игнорю, я пишу рейд. А, ты пишешь в рейд, я вообще не вижу ничего. Сейчас это будет одно большое сообщение, когда он тебя посылает. Пошел нахуй на эвер, пошел нахуй на эвер. Слизерань, блядь, или куда ты в шоу послал? Слизерань? Не-не-не, подожди, ты не в Слизерань, там узбечник, красавцы. А, не подожди, блядь. Да я не помню, какой-то это говорил Шова, что... На П, блядь. Подольск. А, Подольск, да. Будущ, иди, блядь, 14к показывай, заебал. Смотрите. А, квадрат. А мы что, двоих не убили, народ? Да там... Пойдемте добьем, да, уже, реально, до конца. Они сагрятся после полубосса. Блядь. Да не агрятся они после полубосса, есть ханты всяких своих бетов. Ну, а я не слабый хант, но не надо мне надеяться. Не хочу лишнее ГП убьем. А темная это кто, лог и маг? Темная? Темная это лог, бля. Еще. И что еще? Ну, Гудлик мне любит, признается, личку напиться мне. Ну, да слушай, Гудлик, да, он там типа на всех дрочит. Шоу ушел, блядь, теперь не до кого домогаться будет. Ну, он до меня домогается, но я что-то не ведусь. А, то есть Гудлик ни одному мне строчит, да? Ну, а ты что думал, он такой. Две руки. Из мира по нитке. Пойдемте. Он мне тоже с разных персонажей пишет. Ну. Любвеобильная сучка. Ох уж это Гудлик. Он у нас Невер бегает, у нас Дайта мягко бегает, и получается Суза тоже. Дайта мягко, ножки короткие. Пропишите рейндж 12. Ну, умирай, значит, он. Чтоб еще сложнее мне было, еще поставил меня бегать. Вот и я там же. Он, походу, смотрит, у кого приор высокий, тот бегает. Хорошая тактика, кстати. Смотришь, кто на твою шмотку. Ну, вон она, да, это мягко. Хрипато вот уже побег. Все локи бегают, да? Да, всех локов точно надо. Метком станьте. Ладно, вопрос. Я просто драгераш не вижу в чате, я что делаю? Это много, что ли? А ты кто? Ты... Команд. Фиолем, да? Слушай, ну... Следом. А череп я распределил вообще, да? Да, череп ты распределил, только я метку не вижу, почему. Да, ну там внизу. Сейчас поставлю, я что-то забыл про неё. А почему Валик в черепе? Он же милишник. Кстати, Валк, да, давай ты Венха, а Драгераш в череп. Ну, так, просто есть место, а в Венхе ты стоишь в квадрате. Почему не звук? И звук я назвал. Без МК ДПС можно хватить. А рыбу поставите? Кто-то? Да, сейчас поставлю в центр.
Ну, два плюста, Корнес, Луне, Валк. Не-не-не, СМК. Не, СМК, СМК. Валк, ты в Энхе? В Энхе, отлично. Получается, Даргераш в черепе стоит. Да, да. На полной арене или туда идет? Кто? Ну, типа, на пол куда идет. Ну, а да, фулл ребаш можно? Зачем ты нам тут нужен? Ну, а здесь остается Рос, Фикси идет туда, в туннель. Остается тут все милишники, включая Айнена. И все. А все кастеры тоже тут. Корнес там похилишь. Пристабаф обновите, пожалуйста. Кто там просит? Все, все распределились. Может, уже поехали? Ну да, сейчас поедем. Да лучше тут лишние 30 секунд постоять, чем вать. А что сказал, все кастеры тут? Это что значит? Все милишники тут, остаются тут еще Дрищ и Айнен. О, не-не, Дрищ, иди туда. Не, Айнен тут, все. Все, хорошо, а ты просто сказал, ты все эти кастеры тут. Я, по-моему, вообще кастеров не говорю, ну хотя может быть, ладно. Короче, все, пропускайте, давайте заливаем трэш. Все мобы забафаны. Камо. А кто там танчит в комнате? Фикси. В комнате Фикси, да, на арене Рос. Состоит сразу в Луне. Проагрить в прошлом, когда? Да не, просто зайди в центр сначала. А потом СМК хуёво бегать. Ну... В прошлом, когда, кстати, нормально было, не агрились особо. Кто, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Центрально добьем, жаль дальше сразу. Сейчас там пройдет. Перебежали влево. Влево перебегите. Фикси тоже. Диспел. Заходите в комнату и по краям. Бесов, подтяните к себе, Локи. Кстати, снова баг, что с каждой волной выходит побудитель. Треугольник МК. Луну, возьмите, блин. Ну, это был раньше треугольник. МК, возьмите. Ну, возьмите в МК. Беру. И второго. Второй в МК? Этого убьем. Два в МК уже стоит. Да господи. Я волна. Ну не вытайте урон лично-то. У меня волна 0,8 секунды кастуется. Мы убили моба, убежим. Давайте, да все, отпускайте, вставайте в волну. Не слейте. А, ну все. Скажешь, когда ударит, не бейте босса. Сам тыкну. Метки не бейте. Дон, скажешь, когда. Да, спрыгивай. А, у меня сбили каст, подхильте. На мне все мобы просто стоят. Вы по меткам разошлись, да? Да. Фикси забирай. И кто там у вас первый? По-моему, рано забрал. Квадрат теперь не достанет. Я переставлю. Не иди подходить. Мобов же не прокает, да, цепуха? Ну, Суза как-то так. Да. Берегитесь.
Подожди, каст молнии сюда. Давай. Там бегает, блядь. Суза, в череп встань, Ты стоишь в черепе, тебя прохиливают. Если умрешь, умрешь. Ничего страшного. Мелизон не положи нам. Ромб треугольник. Интересно. Что это такое было сейчас? Не знаю. Все нормально было. Меня взяла молния, ударила. Попало. Наверное, это ты получается. Ну, бля, я их узнаю. Я стоял, мне вот колонна вон сбоку шотнула. Ни прыжка, нихуя не было. Реально, какая-то фигня. МК. Добивайте босса. Места сложила. А когда он начал так кидать эту молнию? Луну убейте. А хоть не, просто босса, 8%. Лангри, забери ты его. Я не могу. Ты видишь, где донт я лежу? А молния шла вот от луны, от того фонаря. Ты видишь ли место то? Ну вот, я в проходе лежу. Она с трусов шла. Да, она шла с трусов. Ну, как раз она... Ну, я мимо стоял. Ну. На Садуна нету смотреть, чтоб кто, блин, FPS. Да не, похуй. Ну, типа, нет, меня ударило этой молнией. Это большой, которая угловая. Угу. По земле, что ли? Да. Она меня ударила вот сюда. Осколочек и чешуйка. Осколочек? Что-то осколки начали падать. Что, иду? Это же последний, да? Не, уже был последний. Уже идеально. Уже был последний, уже дело. Идеальному до этого. Рос, а вот этот грудак на Эрпал разве не нормальный? Кстати, слышите, подождите, этот бутеру я сейчас сниму ГП за этот, за прошлую триню. А, вот это триня хотел. Ладно, пусть Суза забирает уже. Ну, забирай, ну, короче, можно этот. Так мне нужно сейчас посчитать, сколько у тебя там. Ему будет. У тебя было 0 ГП, получается, да? Да, конечно. Хуй его знает, даст мне эта чешуйка сейчас много профита или не даст. Ну, смотрите, мне до сих пор показывает алгалон 61 минута. Да, это баг, он с самого момента, когда мы зашли. Он 61 минуту показывает. Ну, ШП очень хорошая тринька. Мясо скоробея. Должна, но вопрос насколько. Знаешь, что она прожимная, это плохо. Груль получше подошел бы в этом плане. Ну, понятно, но до груля там еще... До груля еще минимум 2 месяца, короче. Понимаю. Я релок сделаю по-быстрому. Я просто думал с этого сыка брать с десятки. Почему 260? Ребавьте каску, пожалуйста, и крестик. Ну так, со срезом получается.
Я хотел снять 350 за треню вместо 400, но там срез ему все равно снимает в ноль, поэтому снимаю все. Он даже если сотка снимает все, поэтому плевать. Так, все. А что, понял. Что с треней? Куда я лезу? Все, Корнет наигрался? Я релог делаю. А, сколько треня ГП дает? Уже на фанпе аккаунту стоит. Соточку, да? Или 150? Соточку. Ну, вроде. Дон, сколько у нас 26 треня? Вообще не шарю. У нас обычно шмот 26. Сейчас, подождите. Шмот? Я не шарю. Шмот вообще ничего не дает. Да. Ну, значит, 3 не сотка, как 39-е шмотки. О, давай, давай, пойдет. 3 у меня, да, кому мне ее дать? Давай уже мне тогда. Ну посмотри, ты выше сейчас же по приору должен быть. Да, у меня 16 приор. У тех, кто ролил, там максимум 10-11. Ну все, можешь забирать. Все, забрал БПшку мне.